Всем привет, мои дорогие. Я с утра такая красивая. Куда я собралась? На завтрак с моими подружками. У нас сегодня годовщина, 29 число. И решили встретиться на завтрак. Катя, может быть, и прибежит. Да, Катя прибежит. Вот так мы едем в далекие края. Оттуда. Просто направляй, так держи, чтобы видно было. Видно? Никуда не нажимай. Вам все не поместить. Дай-ка я... Сейчас, подождите, девочки. Настрой. Вот так вот. Все, держи, вот так. Все, держи, чтобы все помещались. Сейчас. Спасибо. Ужасы женщины. Клуб лучшей жизни в Мерсине. Та-ра-та-та. Очередная годовщина нашей дружбы. Самые дружные девочки в Мерсине. Это мы. Да-да, кстати, великий аппетит. Какой нам кавалты принесли, дорогие зрители. Приглашаю вас на яичницу с уюком. На перчик. Ну, девочки, что, приятного аппетита. Чай да истерус. Да, мам, хочу впечатлеть нас всех, чтобы сфотографировали, девочки, на фоне вот этого всего. Красота. Звезда. Всем привет. Такую вкусняшку купил мой муж. Яблочки купил сегодня, грушки. Мандарин очень много взял, вот, пока не разложила. Это шпинат. Это лук-порей. Праса по-турецки и по-грузински. Это капуста цветная, это помидоры. Это зелень. Лук такой. Перец такой, огурцы. И сегодня по 30 лир за килограмм были грибы. Друзья, здесь у меня хашлама. Я вчера готовила килограмм мясных косточек. Мы что купили в районе... Ой, кто-то в двери позвонил, там поздно. 8 часов. Как интересно. Вчера я приготовила плов. Вот сейчас будет мой муж кушать. Захотелось нам мясо поесть, потому что у нас рыба, курица, и вот наесться. Сейчас буду отваривать брокколи. И вообще у нас в последнее время очень много новостей, мне не до видео. Вы меня извините, как мы все разберемся, я вам обязательно раскрою секрет. Доброе утро, вот такая посылка пришла с утра. Мы сейчас сделаем распаковочку. Погода у нас поменялась, похолодало. Мы посмотрим, что тут я себе заказала. Ой, заказала себе такие крема. Ашки, бубеним, ашки. Диадерм, Гюзель Марка. Заказала в этот раз крем Диадерм. Здесь, знаете, в чем мне понравилось? Здесь это... Куда крышечки? Да, эвет. И вот заказала, смотрите, какая прелесть, Диадерм. Сыворотка. С урашкин? Да, да, да. Будем зайчин. Да. Башка ёбнешь? Так, это моя тушь. Куда? Маскара. Маскара и карандаш для бровей. Маскара, посмотрите, новая. Телекоп Лореал. Сейчас будем ее дегустировать потом, можно так сказать. Да, вот решила найти хороший крем. Именно плюс 50 здесь он, по-моему, для морщинок. Дневной крем, мои дорогие. Тут он из водорослей и гуалуронка. В общем, будем молодиться, массажи делать. И это, ой, сейчас пойду это сделаю. Видите, какая красота. Такие подарочки. Спасибо Вселенной. И вот я все попробовала на себе, мои дорогие. Вы знаете, это сыворотка гелеобразная. Вот смотрите, как она открывается так. И вот здесь вот есть такой колпачок. Вот. И при его надавливании
появляются капельки геля. Вот. Вот это вот крем. Вы знаете, у него такая текстура. Вот какая текстура. Мне очень понравилась. Вот я сейчас намазала себе на лицо. И решила почему-то этой марки, потому что у меня есть вода такая, водичка увлажняющая. Мне очень нравится. И решила в одной серии попробовать все. Вот, мои дорогие. Хотя у меня и очищающие средства Ниве. Ну вот, как-то так получилось. Так, теперь я еще хочу показать вам тушь. Да, и вот, вот такая тушь. Смотрите. Новая. Телескопик. Кисточка у нее не такая, как у всех моих прежних тушей. Кисточка вот такая тоненькая-тоненькая. Удлиняющая эта тушь. Вот такая сейчас удлиняющая тушь. Вот, мои дорогие, будем краситься. Будем приводить себя в порядок. Так, и еще вот этот карандаш для бровей. Почему я его купила? Какой марки, я даже не помню. Но в Турции очень хорошие все марки. Во-первых, здесь щеточка есть, расчесать. И вот такую я взяла. Это знаете, что буду бровки рисовать себе, бровки. Ну вот, как-то так. Сейчас мой муж проснулся, я что-то буду готовить. У нас дождь сегодня. Мы сегодня с девочками не собрались. Так хочется почувствовать вот этот уют, тепло в квартире. Поэтому мы решили посидеть эту неделю дома. Мавиш наш с ума сходит. Вечерами допоздна не спит. Но такой у нас позитивный мальчик. А это какие красивые цветочки. Подарили мне на 8 марта, на день рождения. Скоро у меня день рождения. Но если честно вам сказать, в данный момент я об этом не думаю. Не надо строить важности. Кстати, мой розмарин тоже принялся, вы видите? В этот раз принялся. И не надо строить важности из всего. Вот как пойдет, так и пойдет. Что будет, то и будет. Потому что у нас в последнее время очень много чего нового в жизни происходит, о чем я вам расскажу попозже. То есть я, когда уже закончу все, закончим, вот тогда все расскажу вам. А может быть, и раньше расскажу. Ну все, пошла готовить завтрак. Ну как я вам, друзья мои? Я решила постричься сегодня. Порезать свои патлы. Мне так нравится. А вам? Пишите быстренько в комментариях. Я решила приготовить прасу. С рисом. Для мужа. А для себя бурду-мурду с чечевицей красной. Знаете, что сегодня купила Ашкым? Сошли мы в этот магазин и не могли оторваться. Все так подорожало. Это, кажется, стоит 200 лир. Самые дешевые изюм 65 лир килограмм. И эти, наверное, 70 лир семечки. Также вот белые семечки тоже, наверное, 70 или 90. Так, а здесь что мы купили? Очень интересно. А, здесь вот горячий нут жареный. Турцы любят очень. Купили также кофе на развес. Купили вот такие вкуснятины. Все подорожало. Все, вот это 100 лир килограмм. Это тоже 100 лир килограмм. И сейчас Ашкем откроет. Ашкемач сенану. Его любимая
сладкое. Очень любит он это. Наелись. Так хорошо нам. Пока он откроет, я покажу себя. Вот и я с новой прической решила постричь. Какую сделать? Хулиганку. 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 Как я вам? Мне нравится. Безумно. Еще новая тушь такая. Посмотрите, как удлинила мои реснички. Карандашик для бровей. Сыворотка, крема. Кукуречбу? Керебеч. Ашка. Керебеч. Это такой крем. Сливки, наверное. Сливки. Белки взбитые. И вот. Первый раз, когда я его попробовала, мне не так уж понравился. Сверху корицы насыпала. Вместе, говорит, надо. С этой белой вкусняшкой. И вот, видите. Вот это дома. Фустык. Некадар был фустык. Липчикся. 180 с таким фустыком, а икинджи, юскырк с простым орехом. Вот так вот. Приятного нам аппетита. Так хорошо мы сидим на кухне. И сейчас пойдем к нашему Мавишу. Соскучились за ним. Одела очки, друзья мои. Знаете почему? Чтобы он мне в глаз не клюнул. Защита. Посмотрите, как он с ума сходит за этой игрушкой. Посмотрите, что он творит. Вы смотрите, что он творит. Мавиш – извращенец. Обалдеть. Эта птичка не дает мне рисовать. Вы посмотрите, что она делает. Ногой. Смотрите на нее. Дай мне нарисовать. Оставь мой карандаш. Да, привет. Я Мавишата. Пришел к вам поцеловать вас. Ставьте лайки, пишите комментарии на Светлана Ната пост. Скажи, Мавиш, скажи. Куда ты? Куда? Тебя видят.